В нашу виртуальную эпоху люди ходят по улицам, не замечая ничего, кроме сообщений в телефоне. WhatsApp, Facebook, Контакт заполонили наше время. Телефон стал неотъемлемой частью жизни. В интернете мы дружим с людьми, которых не видим годами. Нам стало интересно, какое общение ближе студентам, виртуальное или живое? Живое. Живое? Почему? Потому что намного приятнее видеть собеседника, его лицо, его эмоции. Ты можешь передать своими эмоциями все то, что ты хочешь сказать, сообщить ему. Я, к счастью, обладаю достаточно разной коммуникативной способностью, и все-таки, несмотря на то, что я достаточное время провожу в виртуальной реальности, это и какое-то задание выполнить, и просто расслабиться, поиграть или поболтать с кем-то, я все же за живое общение. Живое общение, потому что видно эмоции человека, всякие смайлики мне тут не помогают. Я предпочитаю живое. Вы предпочитаете живое? Да. А почему? Мне так больше нравится. А я тоже предпочитаю живое, но мне кажется, молодежь выбирает именно виртуальное общение, потому что так проще им не контактировать с другими людьми. Может, кто-то стесняется. Это все равно живое. Нам ближе живое общение, потому что только живое общение позволяет испытать полный спектр эмоций. Несмотря на популярность соцсетей, многие студенты предпочитают общаться вживую. Давайте выходить из виртуального мира и дарить друг другу настоящие улыбки. Юлия Павлова, Руслан Урозаев, Универньюз.